Итак, уважаемые дамы и господа, мы с вами уже плавно перешли к пятому бою сегодняшнего турнира. И в синий угол октагона приглашается Алмазбек Ашербеков. Является журнал «Деловая аудитория», деловой журнал для деловых людей. Также информационно-развлекательный портал «Раскачаем.ру». Теперь мы качаем моду. Ваши аплодисменты, мы с вами начинаем. Пятый бой! И в нем участвует. Слева от меня находится боец с весом 70 кг 300 грамм, росту 80 сантиметров. Бойцовский клуб «Восток», город Москва. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по именно самбо-чемпионат России по кикбоксингу К1. Победитель чемпионата по боевому самбо. Санкт-Петербург 2016. Встречайте из Кыргызстана. Ашербеков Алмазбей! Его оппонент, боец и воспитанник бойцовского клуба Айколь Манас. Его вес также 70 кг 300 грамм. Рост 168 сантиметров. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Чемпион Кубка Москвы по боевому самбо 2016. Встречайте из Кыргызстана Османали Улу Манас! Соблюдаем правила. Внимательно слушаем мои команды. По команде «Стоп» прекращаем все технические действия. Запрещены удары в затылок, в позвоночный столб, в пах. Колени и локти по голове работают только в стойке. Экипировку сетку не хватает. Пожали руки по углам.
сегодня здесь заказать большой красивый разум. Байка! Thank you.
заходит, конечно. Раунд номер два. Давай, 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 давай
Итак, друзья, давайте громкими аплодисментами поддержим бойцов, они устали. И сейчас их ожидает решающий третий раунд. Господа, для вручения кубка приглашается исполнитель
исполнительный директор компании F5 Service Алексей Кобыльченко. Итак, уважаемые господа, в третьем раунде на 2 минуте 46 секунде ввиду отказа от боя побеждает боец Османали Улу Манас. Айкун Манас, бойцовский клуб.